Everglades. Ламантины хрустальной реки. Эверглейдс. Мангровые болотистые леса, населенные аллигаторами. Девственная местность на восточном побережье Флориды. Мы наблюдаем здесь за ламантинами или морскими коровами. Здесь, на севере Атлантики и в Мексиканском заливе, место их обитания. В открытом океане увидеть их трудно. Однако зимой, когда вода становится холоднее, в поисках тепла они заплывают в устье местных рек. Тут-то мы и надеемся их найти. Однако сейчас конец зимы, а в это время года вода здесь слишком теплая. Пахаючи. Травянистая река. Так на языке местных аборигенов называются эти дикие места. С низким уровнем воды и высокой стрелообразной травой осокой. Широкая равнина, самая возвышенная точка которой лишь в 6 метрах над уровнем моря. Здешние водоемы имеют глубину в несколько сантиметров, хотя и занимают огромную площадь примерно в 24 тысячи квадратных километров. Но эти массивы воды питают не источники. В течение всего лета известняки, покрывающие русло этой реки, накапливают влагу. А потом она постепенно продвигается в почве южнее, к Флоридскому заливу. На поверхность эта вода здесь выходит редко. Аллигатор, король Эверглейдса и практически его визитная карточка. Аллигаторы водятся тут в огромных количествах. Все их знают, все их боятся. Но обитатели Флориды научились жить с такими соседями. На каждого человека тут приходится в среднем один аллигатор. И хищники эти огромные, могут достигать 6 метров в длину. Разумеется, время от времени нападения на людей случаются, это факт. Изменение уровня воды определяет жизненный цикл обитателей Эверглейдса. Из года в год отливы воды и паводки влияют на здешнюю флору и фауну. Наибольшие колебания уровня воды наблюдаются, конечно, в маленьких водоемах, которые жизненно важны для местных животных. Зачастую эти водоемы появляются из-за аллигаторов. Своими лапами и хвостом они загребают воду, которая при движении уносит за собой ил и гравий. В местных болотах эти трясины – лакомое местечко, и они всегда густо населены. По краям их, под защитой зарослей травы, скапливается рыба, а хищники терпеливо ее ждут. Местные водоемы – рай и для птиц. В сезон дождей они любят устраивать здесь гнезда. Летом в этих кипарисовых заводях глубина может понижаться до 1 метра. С деревьев свисает лохматый испанский мох, а на земле растут самые разные виды папоротников и тилансий. Все они эпифиты, то есть они прикрепляются к другим растениям, но не паразитируют на них, а самостоятельно добывают воду и питательные вещества из воздуха. Регулярные подтопления им не вредят.
Так, у болотного кипариса есть специальные коленообразные воздушные корни, или пневматофоры, что позволяет ему жить под водой. Практически непроходимая чаща. Жизнь этих лесных ибисов, как и жизнь других обитателей Эверглейдса, строго подчинена смене засушливых и дождливых периодов. Их птенцы только тогда обеспечены пропитанием, когда водоемы наполняются водой и рыбой. Аллигаторы. Они быстро растут в течение первых нескольких лет. Однако различить их пол можно лишь тогда, когда они достигают в длину примерно 2 метров. Аллигаторы устраивают гнезда. Они откладывают яйца на возвышенности из ила и отмершей растительности, а затем тщательно их укрывают. Поразительно, но именно температура поверхности земли определяет, вылупятся из них самцы или самки. Мать охраняет свою кладку до тех пор, пока детеныши не вылупятся. Столь мощная хищница, а может быть, такой нежной. В этой пасти она может аккуратно переносить свое потомство и также легко разгрызать черепаху. Мать заботится о детенышах 2 года. Болотный кипарис настолько глубоко запускает свои корни в пористый грунт, что остается невредимым даже после ураганов. Эти деревья могут расти сотни лет. Субтропический климат с высокой влажностью – идеальные условия для роста орхидей. Здесь их достаточно много, причем насчитывается более 40 видов. Водоем выглядит как озеро. Но это лишь часть широкой, медленно текущей реки. Коршун-слизнеед питается, как легко догадаться, улитками. Они поднимаются на поверхность воды, чтобы отложить яйца. Тут-то птицы хватают их и искусно вытаскивают из раковин своим изогнутым клювом. Змеишейка или дартер, пожалуй, самая странная водоплавающая птица. Она охотится на рыбу, но ее перья намокают в воде, так что их приходится сушить на ветру. Однако мы ищем ламантинов. Фред и Павла показывают нам путь. Они члены клуба охраны ламантинов и делают все возможное, чтобы сохранить и приумножить популяцию морских коров во Флориде. Мы в бухте Кингс-Бэй. Это часть Мексиканского залива. Сюда впадает Хрустальная река. Здесь много теплых источников, благодаря которым температура воды всегда держится на отметке в 22 градуса Цельсия. Идеальные условия для зимовки ламантинов.
Перед нами область ламантинов, где запрещена скоростная езда. Это необходимо для их защиты. Но этот район не охраняется. Во Флориде зарегистрированы сотни тысяч плавсредств, и интенсивность движения на воде постоянно увеличивается. Ламантины во Флориде крупные, поэтому природных опасностей для них нет. Но моторные лодки представляют угрозу. Часто морские коровы не успевают от них уворачиваться, ведь это отнюдь не самые быстрые животные на планете. Ограничение скорости в зонах обитания ламантинов, как, например, здесь, попытка их уберечь. Это подействовало. Теперь это место одно из самых безопасных для ламантина. В период с ноября по март в этих теплых и спокойных водах обитает около 2000 особей морских коров. А лето они предпочитают проводить на морских побережьях, где кормятся буйно растущими водорослями. Бурый пеликан. Уж ему-то моторные лодки нипочем. Бухта Кингс-Бэй вся заполнена крошечными островками. Множество морских птиц находит там приют в период размножения. Сегодня достаточно ветрено. Птенцы-змеи-шейк с трудом удерживаются в своем раскачивающемся гнезде. Прямо под ними, в воде, их с жадностью ждут раскрытые пасти с острыми зубами. Так что если птенцы, которые учатся летать, вдруг сядут на воду, последствия могут быть фатальными. Едят ли аллигаторы ламантинов? Может быть, но этого никто никогда не видел. Бакланы. Они здесь везде. Местные рыбаки недолюбливают их, ведь от них нет проходу. Они прекрасные охотники и любят лакомиться чужим уловом. Вдобавок питаются той же рыбой, что и люди. Белая цапля. Белая, как снег. Изящная. Нежная. Напряженная походка не вяжется с их образом. Эта цапля вглядывается вглубь воды, выискивая мелкую рыбешку, которую она молниеносно вылавливает своим острым клювом и тут же проглатывает. Добычи сегодня нет, или ее уже выловили бакланы? Лодки ездят так медленно для того, чтобы не потревожить ламантинов. У них исключительный слух, хотя уши совсем небольшие. Это дает им достаточно времени, чтобы укрыться от опасности. Чаще всего при этом они не ныряют вглубь, а отплывают в сторону, оставаясь у поверхности. В прибрежных водах этой зимой было не так холодно, как в прошлые годы. Поэтому в этот раз меньше ламантинов мигрировало вверх по реке, чем обычно. Едва ли их здесь видели в последние несколько недель. Кажется, эти ныряльщики что-то нашли. Что же? Они обнаружили неясные тени, очертания чего-то крупного в мутной воде. Может, это ламантины? Вон там. Давайте посмотрим поближе. А может и нет. Тут ничего не видно даже на расстоянии вытянутой руки.
Поднимемся еще выше по реке. Эти места кажутся совершенно дикими. На берегах снова болотные кипарисы и испанский мох, свисающий с них, как седая борода старика. А прямо за ними густо заселенная территория. Река здесь мельче и не такая мутная. Итак, есть тут кто-нибудь? Кажется, никого. И уж точно нет ламантинов. Все, дальше моторным катерам нельзя. Этот залив границу прозвали «Тремя сестрами». Здесь в глубине бьет несколько теплых источников. Вода тут кристально чистая. Думаю, это рыбкам нравится. А это что такое? Вон там. Наш первый ламантин. Он спит. А что у него на хвосте? Какой-то прибор. Но зачем он нужен? Фред и Павло раскрывают нам секрет. Этот ламантин давний знакомый. У него даже есть своя история. Его зовут Сиси, и его обнаружили в 2006 году. Он был совершенно голодным сиротой. Крошка весил всего 25 килограммов. За ним присматривали, его растили примерно 3 года в парке морского мира в Орландо. Там проходят реабилитацию многие раненые и брошенные животные. Когда Сиси вернулся, то был в длину уже 2 метра 40 сантиметров. Вскоре он приспособился к жизни в Хрустальной реке и хорошо освоился. Конечно, нам известно, что у ламантинов не слишком горячий темперамент. Но все же Сиси кажется немного апатичным и безразличным. Сейчас начало марта. Другие морские коровы, скорее всего, резвятся в Мексиканском заливе, нагуливают жир на водорослях. А наш знакомый, он в прямом смысле начал зарастать мхом. Он поднимает свою вялую мордочку от земли только для того, чтобы подышать на поверхности. Он быстро делает вдох ноздрями, а потом может опять погружаться в воду на несколько минут. Маленькие рыбки подъедают мох с его боков. Может быть, он просто не был в других местах, раз решил остаться в этом заливе, где нет недостаточного количества еды, ни пресной воды. А пресная вода необходима ламантинам. Через 5 недель его пришлось вернуть в реабилитационный парк истощенного и обезвоженного. Сейчас он выглядит обеспокоенным. Когда ламантины уплывают, их нельзя преследовать и тревожить. Туристов-ныряльщиков всегда об этом предупреждают. Вторая попытка возвращения Сиси в дикий мир состоялась 10 месяцев спустя, в феврале 2010 года. Тогда он весил 317 килограммов и снова был доставлен в залив Три сестры. К сожалению, он опять заплыл в холодные воды. Ведь рядом не было матери, которая показала бы ему теплое течение. Когда его обнаружили, кожа животного уже успела покрыться бородавками от холода. Сиси отправили в зоопарк в город Тампа и стали за ним наблюдать. Третью попытку возвращения предприняли в феврале 2012 года. В этот раз, кажется, все получилось. Сиси весит 422 килограмма, хотя ведет себя иногда немного странно.
чистой воде, как правило, мало питательных веществ. Вот и здесь почти нечего есть. Немного водорослей. Только легкая закуска для ламантина. И хотя у них очень медленный метаболизм, взрослая особь каждый день должна потреблять еды в количестве 10% ее собственного веса. Для этого им необходимо 6-8 часов. Их любимое блюдо – морские водоросли. Но им также нравятся гиацинты, ряска и мангровые ветки. Еще они подбирают своими мягкими губами упавший в воду желуди. Однако, чтобы переварить такую твердую пищу, нужно некоторое время. Кроме того, она вызывает отрыжку и отвратительный запах изо рта. И сильное газообразование, которое постоянно беспокоит морских коров. Эта кефаль тоже сидит на вегетарианской диете. Эти крошки обитают не только в море, но и в чуть солоноватой и пресной воде. Пузыри. Это бьют теплые источники. Постоянные поставщики тепла. В заливе три сестры и их три. Это природное чудо однажды чуть не погубили местные предприниматели. Инвесторы собирались начать откачку источников, чтобы открыть промышленное производство минеральной воды. Это означало бы конец для ламантинов. К счастью, благодаря многим частным пожертвованиям, источники спасли, а тем самым спасли и ламантинов. Регион стал заповедной зоной, бесценной во всех смыслах этого слова. Неравнодушные люди, такие как Павло и Фред, смогли привлечь внимание общественности к этому особенному месту и его чудесным обитателям. Ламантины все еще находятся под угрозой уничтожения, и этот залив — их убежище. Рыбки, греющиеся у поверхности вроде этих, тоже любят нежиться в лучах солнца и плавать в спокойных водах. Иногда можно видеть, как они вертятся возле морских коров, осторожно собирая водоросли и отмерзшие частички кожи с туловища ламантинов. Традиционно они обитают в водах США, но их также можно встретить в некоторых реках Европы. Давным-давно их привезли туда, так они там и остались. Настоящие путешественники. В свое время Христофор Колумб считал, что ламантины — никто иные, как сирены. Его команда была очарована этими созданиями, которых они встретили во время своего долгого и изнурительного путешествия через Атлантику. Позже он, однако, поймет свою ошибку и так напишет в своем дневнике. Они не такие красивые, как их обычно изображают на картинках, потому что у них в каком-то смысле человеческое лицо. Человеческое лицо? У ламантинов глаза пуговки, как у плюшевых медведей, крохотные, без намека на ресницы. Для их защиты имеется третье веко. Ламантины видят хорошо и далеко. Хотя это и не доказано до конца, считается, что они могут отличать зеленый цвет от голубого. Тем временем в Мексиканском заливе разразился шторм. Фред сообщает, что вода там сильно охладилась, так что ламантины могут вернуться сюда, чтобы согреться.
Мы встретились с Айвином, управляющим заповедника. Надеемся, он расскажет нам много интересного о взаимоотношениях людей и морских коров. Павло обещает его уговорить. Здешняя естественная среда обитания ламантинов окружена постройками. Это своеобразный островок дикой природы в центре человеческой цивилизации. В то же время, это единственное место во Флориде, где зимой можно увидеть морских коров. А морские коровы, в свою очередь, могут жить под присмотром людей. Причем, все это происходит естественно, прямо в дикой природе. Такое возможно только в нашем заповеднике. В других местах для этих животных не организованы такие меры защиты. Здесь тесный контакт с людьми не может им повредить. Этот уголок природы уникален. Больше нигде люди не могут свободно плавать вместе с представителями редкого вида американских ламантинов, наблюдать за ними с близкого расстояния. Все больше туристов приезжает сюда на отдых. Они плавают здесь на лодках, каяках, байдарках, занимаются дайвингом. Иногда слишком большое число посетителей мешает им самим в полной мере насладиться нашей природой и пугает ламантинов. Поэтому приходится принимать различные меры, чтобы соблюсти тонкий баланс. С одной стороны, мы хотим видеть как можно больше туристов. С другой стороны, их количество должно быть умеренным, чтобы не беспокоить животных. Другая проблема – качество воды в заповеднике. Растительность здесь сильно изменилась. Конечно, ламантины едят любую доступную растительность, однако если бы качество воды было лучше, качество их пищи также бы возросло. Теплые источники бьют теперь не так активно, как раньше. Объем выбрасываемой воды в них сильно сократился. Сегодня он составляет примерно 50% от того объема, который был в них 50 лет назад. Соответственно, сократилось число водных участков с необходимой для морских коров температурой в 22 градуса Цельсия. Откровенно говоря, это серьезная угроза. Но такие угрозы, к сожалению, возникают постоянно. Что же вы делаете, чтобы спасти ламантинов? Да много всего. Иногда мы помогаем раненым ламантинам, попавшим под борт скоростной лодки. Иногда присматриваем за детенышами-сиротами, которые остались без матери по тем или иным причинам. В таких случаях животные ищут убежище, им трудно опять вернуться к нормальной и активной жизни. Здесь у нас есть специальные реабилитационные вольеры. Там мы ухаживаем за животными, а потом снова приучаем их к естественной среде. Иногда отправляем на лечение в зоопарк города Тампа. В случае с детенышами-сиротами работать легче, ведь вес у них небольшой. Но чтобы поднять взрослого ламантина весом около тонны, необходимо 10 человек. А в нашей реабилитационной команде их всего 15. Мы хотим организовать здесь экотуризм. Мы оптимисты и верим, что такое возможно. Люди ведь разумные существа, они способны жить в согласии с природой. Мы просто хотим сделать это место уютным и для людей, и для ламантинов. Это было бы просто замечательно. Да. Смотрите-ка, у Сиси гость. Кажется, как будто он не знает точно, как реагировать. Оставаться на месте или уплыть. Он внимательно изучает нового знакомого. Наконец, неестественное оцепенение прошло. Как бы то ни было, ему необходимо научиться вести себя как ламантин. Оказывается, компания вполне приятная. В любом случае, он всегда может уплыть.
На губах ламантинов, впрочем, как и на всем их туловище, есть особые чувствительные волоски. Они выглядят как щетинки. Эти волоски улавливают информацию об окружающей среде. Возможно, морские коровы даже щекочут ими друг друга. Как правило, животные ведут себя друг с другом так ласково, когда не соперничают. Снова и снова второй ламантин поглаживает своими губами нашего Сиси. Может, это самка? С такого расстояния трудно определить. Возможно, он или она пытается раззадорить Сиси. Или понравится ему. Или передать сообщение других ламантинов. Си-Си давненько так себя не вел. Кажется, ему хорошо. Мы видим, как красиво могут двигаться морские коровы, как хорошо владеют под водой своим большим, но гибким туловищем. До настоящего момента трудно было поверить Айвину на слово, что ламантины плавают быстрее, чем человек ходит. Приплюснутый хвост помогает двигаться вперед, а передние ласты загребают воду. Движения отточены до мелочей. Плывут ли сюда другие ламантины? Или приятель Сиси единственный? Нет. Вот еще два. Один из них совсем малютка. Вот они пересекают границу охранной зоны. Ламантины оставляют потомство один раз в период от 2 до 5 лет. Мать находится неотлучно рядом с детенышем несколько месяцев и больше года кормит его молоком. Однажды, побывав в заповеднике Три сестры, ламантины запоминают это безопасное и уютное место и возвращаются сюда снова и снова. Молочные железы у ламантинов располагаются прямо за передними ластами, в подмышечных впадинах. Видимо, мать попала под лопасти катера. Видите глубокие раны на кончике ее хвоста? А может, это акула так постаралась? Существует особая федеральная база данных, где зарегистрированы сотни ламантинов. Их можно найти по индивидуальному номеру и проследить благодаря ему маршруты их миграции. Прекрасный закат все же вселил в нас ощущение беспокойства. Еще один день прошел, а мы так и не увидели крупные популяции морских коров. Мы покидаем это место в надежде,
что скоро животные приплывут сюда. На следующее утро. Здесь довольно тихо в это время. И пока все туристы еще спят. Мы даже не рассчитывали на то, что за ночь случится маленькое чудо. Мы еще раз заглянули в заповедник на всякий случай. Нам хотелось побывать тут с утра пораньше, пока водоем еще не заполонили отдыхающие. Птицы только-только проснулись и распеваются. Туман приглушает все звуки. Кругом тишина. В это время легко представить, какой природа была здесь до человека. До того, как он разрушил этот хрупкий райский уголок. Теперь возврата нет. Однако теперь мы знаем много людей, которые хотят защитить то, что осталось. Отношение к природе изменилось. Это внушает оптимизм. Надеемся, что и в будущем ламантины смогут находить здесь заботу и пристанище. Над заливом Три Сестры встает солнце. Здесь все еще пустынно. Внимание! Мы пересекаем границу заповедника. Увидим ли мы ламантинов? Мать и детеныш уже проснулись и начали играть. Они подплывают близко друг к другу, трутся бок о бок и тихонько урчат. И вот мы увидели их. Приплыли несколько ламантинов. Мы так долго ждали их, и вот они тут. Они танцуют. Их движения легки и непринужденные. Огромные. Тяжелые животные, а такие грациозные. Они приплыли сюда группой, однако между ними нет родственных связей. Это даже не стая. Исключение составляют только самка с детенышем. Вот, пожалуй, и все. Время от времени ламантины объединяются во временные общины, но затем снова плывут своей дорогой. Ссоры и стычки никогда не возникают. Ламантины избегают ненужных трат энергии. Но они любят общаться и играть друг с другом. Часто можно видеть, как группы ламантинов часами кружатся в потоках воды и резвятся возле плотин. Они ласкаются друг с другом, как дельфины, и словно чирикают, свистят под водой. Они что-то рассказывают друг другу? Или просто выражают таким образом свою симпатию? Любимая игра — повторять за вожаком.
И это тоже своего рода танец. Вся группа повторяет движения одного животного. Они всплывают на поверхность, погружаются, поворачиваются, и все это синхронно. А эти двое? Между ними что-то происходит? Они все время слегка толкают и касаются друг друга. Кто-то может ошибочно принять это за брачный танец. Но это не так. На самом деле, брачные танцы отнюдь не такие нежные, как нам представляется. В период размножения ламантины становятся беспокойными и раздраженными. За внимание самки борются обычно около 20 самцов. Они преследуют и донимают ее примерно месяц. Ни на минуту не оставляют ее в покое, пока, обессилев, она наконец не сдается. Эти ламантины все еще спят. Видимо, по дороге сюда они утомились. Интервалы между двумя вдохами в это время могут составлять более 20 минут. Но если они двигаются активно и быстро, то делают вдохи чаще. Им нравится плавать в теплых водах. Здесь холод им не грозит. Вопреки расхожему мнению, под кожей у ламантинов нет толстой жировой прослойки, поэтому они и замерзают так быстро. Передние конечности у ламантинов превратились в ласты. У здешних ламантинов до сих пор сохранились на ластах слабые намеки на копытца. У других видов морских коров этого уже нет. И хотя форма их лап словно создана для плавания, на них можно также передвигаться и по твердой земле. Своими ластами ламантины обнимают друг друга и даже хватают пищу. Задние конечности ламантинов превратились в лопатообразный хвост, большой и сильный. Маленькое дополнение. С его помощью они могут развивать скорость до 24 км в час. Но только тогда, когда им очень это нужно. К счастью, животные не подозревают, что являются для человека ценной добычей. Их безжалостно истребляли из-за вкусного мяса, сала, а также кожи.
В 17-18 веках за ними отправляли целые флотилии. Вплоть до середины 20 века в австралийском штате Квинсленд существовала целая индустрия по производству целебных мазей на основе жира морских коров. Для этого в Бразилии ежегодно уничтожалось около 7 тысяч особей. Особый вид ламантинов – стеллерова корова – был открыт только в 1741 году, а уже через 27 лет был полностью истреблен. Это животное было в два раза крупнее американских ламантинов. К счастью, ни о чем подобном наши ламантины не подозревают и любезно позволяют нам наблюдать за ними. Этот ламантин что-то ищет в песке. Что его заинтересовало? Может быть, упавшие сюда желуди? Об них очень хорошо точить зубы. У морских коров всегда сильные, крепкие коренные зубы. Ведь они обновляются у них постоянно, в течение всей жизни. Новые зубы появляются дальше по челюсти и постепенно выталкивают старые и изношенные зубы вперед. Очень удобно. С другой стороны, исследователи из-за этого не могут определить возраст ламантина по состоянию зубов. Вот появились первые группы ныряльщиков и начали подплывать к ламантинам. Слух о том, что они вернулись, распространился очень быстро. Однако, прежде чем разрешить погружение в воду, сопровождающие проводят строгий инструктаж. Все необходимо делать спокойно. Нельзя подвергать животных стрессу в угоду любопытству туристов. Это важный момент. Вот почему в заповедниках еще остается живая природа, к которой могут приобщиться люди. Если все сделать правильно, может, животные пойдут на контакт? Однако эти покачивания хвоста выглядят скорее как защитная реакция. Но кто их знает? Быстрый и любопытный взгляд? Нет, не хочет, чтобы его трогали. Может, он просто хотел вздохнуть? Кстати, по слухам, более полные туристы вызывают у ламантинов больше интерес, чем худые. Может, животные улавливают сходство с собой? Наш оператор хорошо знает, как надо вести себя. И ламантин подплывает совсем близко. Ближе просто некуда. Давным-давно древние греки допустили одну ошибку. Они считали, что ламантины — это сирены.
и боялись, что те заманят их под воду своим прекрасным видом. Откровенно говоря, ламантинов отличает отнюдь не прекрасный вид, а скорее природное обаяние. Ой, грация нимф не свойственна этим животным. К счастью, их мордочки довольно мягкие. Почти все ламантины покрыты застарелыми шрамами, в основном в области спины. Это от того, что они не могут быстро уворачиваться. На туловище вот этого ламантина отчетливо видны следы винта моторной лодки. Лобовые столкновения с водным транспортом гораздо более опасны. Они, как правило, заканчиваются смертью животного. Ламантины просто задыхаются и тонут. Все хорошо, что хорошо кончается. Через 2 месяца после нашей поездки на Хрустальную реку мы получили новости о Сиси. Он отлично адаптировался. Наконец, его неуверенность осталась позади. Он хорошо ест и играет с другими ламантинами. Последние исследования показали, что он набрал вес и нарастил мышечную массу. Больше ему не приходится плавать с раздражающим датчиком. Теперь его статус в базе клуба охраны ламантинов сменился. Был в процессе адаптации, стал выполнено. Мы желаем ему всего самого лучшего, как и всем морским коровам Флориды. Эверглейдс. Ламантины Хрустальной реки. Производство Сайрингс Продакшн Гамбург. Оператор Бёркхард Низен. Идея Бёркхард Низен. Сценарий Беттина Сейферт. Монтаж Дирк Лечман. Музыка Ганс Йоахим Эрнст. Режиссер Юрген Климек.